На избирательных участках не хватало бюллетеней, в срочном порядке приходилось привозить еще. Предварительное голосование «Единой России» в Рыбинском районе в воскресенье прошло с неожиданно высокой явкой. Выбрать кандидатов, которые будут участвовать в сентябрьских выборах, пришло 13% населения. Всего участников было более 200, из них, отмечает региональное руководство партии, больше половины беспартийные. Сами выборы пройдут 13 сентября текущего года. Кандидаты поборются за 121 место, 11 глав и 110 депутатов сельских поселений. На территории Тихминевского поселения явка была более 23%. Это самая высокая явка по поселениям Рыбинского района. Это говорит о том, что наш народ неравнодушен и хочет поддержать именно тех людей, которые болеют душой за нашу территорию. Люди пользуются уважением среди населения. Люди целеустремленные. За плечами этих людей есть серьезные дела, есть серьезные улучшения в поселениях. Мы смогли вовлечь в свою партийную процедуру такое большое количество людей. Это следствие открытой партийной политики, это следствие народной политики, потому что опираемся мы на мнение людей, и для нас слова «дело в людях» – это не просто лозунг, это наша стратегия.